Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь. С вами Джон Клюкер. Игорь Бабас. И Коляйка. Сейчас не будет один вопрос, а будет несколько вопросов, в общем, это рубрика. В общем, несколько вопросов. У Грибабаса там спрашивали, какая рыба пахнет огурцами? Смотри, чтоб назад не упала. Огурцами? Да, огурчиками. Я не знаю. Я знаю, мне папа рассказывал, он в этом, на Востоке пробовал. Это корюшка. И, кстати, наш этот хариус тоже огурцами пахнет. Вот когда именно вот сейчас, вот в этот период. Вот. А ты, ну, мы уже сказали. Я не знаю. Вот. На каком бы инструменте ты бы хотел профессионально научиться играть, ну, мастерски? Ее постоянно держи, Камила, придерживай рукой. Ну, я бы хотел играть. Держу. Слышь, Джон, я бы хотел играть на ударных инструментах. Мне ударник почему-то больше всего нравится почему-то. То есть на барабане. На барабане. На барабанах. Да, мне нравится почему-то, но на барабанах. Ну, Коляйка, я знаю, и училась это на пианино, да? Угу. И на фортепиано, да? Да. А на каком другом, может быть, еще каком-то инструменте хотела бы научиться играть? Ну, на гитаре. На гитаре, да? Угу. Ну, я или бы на гитаре, или на балалайке. И еще мне интересно вот этот варган. Ни разу я не пробовал. А вот на варган, кстати, там, кстати, очень красивая музыка. Назад придерживайте. Там очень музыка красивая. Мне тоже музыка нравится, это очень. Потом спросили, знаете что? Вот вид спорта, вот если бы ты занималась, Коляйкой, каким-то видом спорта, какой бы ты вид спорта? Плавание. Выбрала бы плавание, да? Да. А ты, Грибабас? Волейбол. Ну, волейбол это был бы, это уже этот вопрос, просто человек, видимо, не видел. Ну, я понял, про волейбол, короче. Ага, волейбол. Мне волейбол нравится, я им занимался, я играю в волейбол. Ну, а хорошо. Я бы это, или пулевая стрельба, или... Скорее всего, пулевая стрельба. Ну вот, допустим, из лука, ну вот, что-то такое, знаешь, стрелковое, там, лук, биатлон? Из лука, допустим, нет, биатлон, нет, из лука, из пистолета, допустим, пулевая стрельба, там, потом откуда, из ружья вот по этим тарелочкам тоже мне нравится. А, по тарелке так вот, да. Кстати, вот, я бы тоже вот этим-то занимался бы. Все, ты волейболом занимаешься. Я волейбол, да, волейбол, я только волейбол. Кстати, у Игоря... Надо будет ружье взять, он нам дает пострелять из пневматического ружья. А, да, кстати. Можно вот. Будет потом сходить, коллега, может быть, завтра постреляем. Коллега, ты не стреляла из пневматического ружья? О, плачет она. Плачет. Она хочет к маме. К маме хочет, да? Да. Мама, к тебе сейчас хочет. Еще вопросы какие-нибудь. Плачет. Хороший. А ты вот так пройти вокруг. Ага, вокруг сейчас. Вот так сюда, чтобы ей не было скучно. Алисочка. О, в какие игры вы это Грибабас играл в детстве? Какие игры? Игры? О, да. Так я много игр играл. В детстве. Это, короче, как понять? Стой. Дома или на улице, как ты имеешь в виду? Нет, на улице. На улице, но мы играли постоянно в хоккей. Вот. Ну, в футбол мы не играли зимой. В хоккей играли. Потом этот, чижик игра-то. Ну, чижик, да, вот мне нравится. Палк, мне тоже игра нравится. Кстати, отличная игра. Вот поиграть бы у нее. Мне самая интересная игра вот в чижик мне нравится. Тоже игра в чижик нравится. Будем, посмотрим, поиграем. Лапта вот еще мне нравилась. Лапта, ну, там, правда, банки как-то, банки мы ставили, а не эти, не деревянные эти городки. Все ты рассказал, да? Я еще не рассказал. А Коляйка, а ты в какие играл? Ну, так, ну, один человек стоит тут, другой тут. Ну, в резинку играли. Как бы прыгали вот так. Ногами. А, по-всякому да, там, да? Да, да? Ух ты! На скакалке прыгали. В резинке тоже я играл. Тоже играл в резинке. С девочками играли. Двое на двое мы играли. Куколки красиво получалось. Играли. Куколки на улице, да? Да. Ну, из бисера еще плели. Ух ты! Браслетики. С кем-то собирались вместе, да? Да. Так, вроде бы все я спросил. Ну, там еще человек, подписчик спросил. А Кагори и Просфори, ну, то, что ходят причащаться православные христиане. Ага. И, ну, он имеет в виду, что вот, когда этот, там дают Кагор и Просфору, вот, когда таинство совершается, но вот это таинство причастия, вот, что смешивает священник в чаше,
когда это там происходит. Ну, он, может быть, не знает просто этот подписчик, что вот на литургии именно вот происходит вот это чудо. И вот этот смешанный когор, вода там смешивается, кидается хлеб. Он, вот этот хлеб, он просфора или как-то по-другому называется, кусочки хлеба. Ага. И вот это все на литургии превращается в тело и кровь Господа. Вот. Это, ну а он говорит, что типа там вот это, ну, спиртное, что вот это, когор там, вот это спиртное. А это именно уже превращается в кровь и в тело Господа. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.